Лошадку зовут Помпея. Она уже, можно сказать, взрослая лошадь, ей 15 лет. Вот. Из основных наших особенностей это, наверное, характер. Она очень своенравная, импульсивная, вредная немного. Вот. А так, в целом, это друг семьи, член семьи. Никогда не укусит, не ударит. Ну, то есть, по отношению к человеку она достаточно добродушная. Но интуиция тоже, я бы сказала, что достаточно развита. Когда навредничает в конюшне, она интуитивно прячется в угол, хотя ее не наказывают. Конечно, мы следим за Олимпийскими играми, Помпея тоже следит. Ну, правда, приходится узнавать новости из телефона. Но ничего, мы в курсе событий.